Но мы знаем, что на самом деле оранжевая революция началась как раз 21 числа. То есть первые люди вышли на Майдан 21 числа. И я в Фейсбуке тогда писал о том, что вот это очень символично вообще то, что происходит именно в этот день. И когда уже было видно, что люди, ну вот такое брожение было, то есть такое напряженность, я просто в порядке, вот ну, как обычно я пишу в Фейсбуке, вот просто там, в порядке просто сообщения, да, я писал о том, что вот давайте определимся, да, вот там, кто действительно готов что-то делать, не просто вот говорить, а что-то делать. И если вы готовы, напишите комментарий, что да, я готов. Я почему-то думал тогда, что человек, который просто лайкает, ну это такой безответственный шаг, ты лайкнул и прошел. Когда ты пишешь «я готов», это твоя фамилия высвечивается, имя, видно, что ты готов, это другой шаг немного. И условием было, что если нам соберутся там тысячи человек, то есть тысячи комментариев, то мы будем думать, что делать дальше, как это организовывать. Где-то в течение, мне кажется, получаса или часа собралось более 800 или 600 комментариев. Я решил, что, в общем-то, если уже есть 600, 700, то не обязательно ждать остальных 400. И следующий пост был действительно о том, что давайте выйдем к памятнику независимости, монументу независимости на Майдан и просто встретимся. Честно говоря, я на тот момент это рассматривал как такую подготовку к празднованию следующего дня. И суть была именно в том, что в этот день как раз началась оранжевая революция, было бы правильно вот тогда начать. Это было где-то в 8 часов, 8.30 даже кажется. И встречу назначили на 10.30. Была такая дождливая ночь, я очевидно не ожидал, что выйдет много людей. Что меня удивило, что этот пост очень много людей расшарило. То есть даже не сколько лайков было, а много людей, которые перепостили его, переопубликовали. И в итоге, когда уже было часов, может быть, 9-9.30, я уже начал понимать, что ну, людей собирается больше, чем я думал. Это были там не тысячи, но точно сотни. Я, честно говоря, думал, что там соберутся в основном журналисты, там, может быть, эксперты какие-то, активисты. Но я не думал, что это будут просто обычные люди, которые прочитали и вышли. Ну вот, собственно, так это происходило. В 10.30, когда я прибыл где-то, может быть, 10.15, 10.30, да, вот так вот. Было, может быть, человек 50, 60. Но очень много людей быстро много-много собиралось. Где-то уже к 11, к 11:30, там уже было, ну, я думаю, порядка тысячи людей.